Зачем тебе пирсинг и татухи, если прятать приходится? Бывает же, когда просто берешь и делаешь. Не бывает. Расскажи лучше, а чего вы с Хори вдруг сдружились? В целом, она просто хорошо ко мне относится. И друг к другу мы не более чем друзья. A few moments later. Тору все рассказал. Не подхожу, значит? Так ты ему сказал? Ты сказал, что я просто хорошо к тебе отношусь, и не более, так? Ну, да. Боялся, что из-за меня ребята в классе будут косо на тебя смотреть. Но только ты это... На самом деле, я так не думаю. Да какая тебе разница, как на меня смотреть будут? Кто дал тебе право решать за меня? Никогда больше такого не говори. Прости меня, Хори. Аж прибить хочется! Хори, успокойся!